Sigma Next – подростковый самокат с подножкой и 145-мм колесами. В этом видео распакуем городской складной самокат с амортизацией рулевой колонки. Начнем с колес. Это полиуретановые колеса диаметром 145 мм. У них нет камер, а значит их не надо подкачивать и обслуживать. Они жестче, чем надувные колеса, но это отчасти компенсируется пружинным амортизатором у переднего колеса. В колесах установлены качественные подшипники ABIC 9, что гарантирует отличный накат и быстрый разгон. Тормоз у данной модели ножной. Для снижения скорости необходимо надавить на заднее пластиковое крыло. Рама самоката выполнена из алюминия. На площадке для ног имеется шкура по типу наждачной бумаги для улучшения сцепления. Размеры площадки 53,5 на 12 см. Снизу на деке установлена подпружиненная подножка, чтобы самокат можно было припарковать в вертикальном положении. Данная модель имеет складной механизм, что позволяет удобно переносить и перевозить самокат в общественном или в личном транспорте. Так как его вес составляет чуть больше 3,5 килограммов, его сможет унести даже ребенок, не прибегая к помощи взрослых. Под конец поговорим о руле. Высота колонки регулируется, она может составлять 76, 83 или 91 сантиметр, чтобы самокатом мог управлять и ребенок, и подросток. При этом максимально допустимая нагрузка составляет целых 100 килограммов, то есть имеется достаточный запас прочности. Хотя если вы подбираете самокат для прыжков с бордюра, присмотритесь к трюковым самокатам. А данная модель создана для прогулок по паркам с асфальтированными дорожками и детских зон с твердым ровным покрытием.